В преддверии Нового года глава Славянского района Роман Синеговский вручил ключи от новых квартир детям-сиротам. Квартиры приобретены по губернаторской программе «Дети Кубани». В этом году счастливыми новоселами стали 24 славянца из числа детей-сирот. Большинство из них уже обживаются в новых квартирах. Накануне Нового года в собственное жилье заедут еще четверо ребят. Им в торжественной обстановке ключи от квартир вручил глава Славянского района Роман Синеговский. Благодаря поддержке нашего губернатора Вениминовича Кондратьева уже много лет в крае работает программа, которая называется «Дети Кубани». Существует краевая поддержка на приобретение вот детям, которые нуждаются в этом, квартиры. Вот спасибо всем, кто вот поддержал, кто эту программу ее не просто выполнить, но Славянский район каждый год справляется. И мы наших детей вот все-таки вручаем ключи и, самое главное, крышу над головой. Мы хотели от всех нас сказать вам огромное спасибо, особенно перед Новым годом. Это замечательный подарок каждый из нас. Надеемся, что эта квартира будет уютным для всех, будут там жить, радоваться. Квартира очень хорошая, поэтому спасибо вам большое. Такой замечательный подарок. Краевая программа «Дети Кубани» работает с 2009 года. За это время в нашем районе было приобретено 330 жилых помещений для детей-сирот. На эти цели из краевого бюджета выделено более 400 миллионов рублей.